Мы здесь бегаем по причалу. Очень много транспорта, не знаем на какой садиться и не знаем куда ехать. Нас спросили, куда мы хотим. Я говорю, дворец Дожей. Напротив розового здания номер один. Здесь написано вот и такси. Вот это подъехало такси. Мурану-Бурану, Имбарку. Здесь сразу над этим написано «Но Мурану». И что теперь? Нам нужно эти we from here. We must arrive over here. Арсенал. No. 70 евро за вот это такси. Ехать 5 минут. Нас надо. На автобусе поедем. Автобус ходит по воде. Большой, красивый. Сейчас найдем, в какую сторону ехать. Садиться нужно в Сан-Марко на линии И, вот это вот И, номер один. И тут стоит 5 человек с чемоданами. Ну и мы. Сейчас мы поедем в Сан-Марко. Вот эти вот такси, которые здесь вот подъезжают, между причалом Ди и причалом И, есть такой пирс, такси подъезжает. Но такси нужно заказывать снова вон там далеко, и потом сюда, здесь, кстати, оказывается, можно зайти и посидеть, Марка 19 на двоих.
Остановка Сан-Марко. Мы выходим. Трагетто да Гана. Пошли за магнитиками. Мы идем от причала по узкой улице в сторону города. Справа и слева магазины, Селин. Есть Dior. Dior шлепки продают. Saint Laurent. Ричард. You are not my daughter, you know? My daughter like 3 years old. No, 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 Так, Saint Laurent, сумочки продаются. Такие улочки. Справа Fendi, слева Chanel. Это Венеция. Шанель номер 5 ведрами. Магазин Венеция, Сити Пас, Венеция, Уника. Так, это что-то куда-то. Это я не знаю, что куда-то люди идут. Это мы на остановке Сан-Марко. Let's go straight here. Это магазин «Муранское стекло». Картина Пикассо в стекле. Так, мы пришли на площадь Сан-Марко, но здесь реставрируют. Все затянуто. Нам нужен вид, картиночку нам надо. Прямая линия из Венеции. Одну плитку убирают, другую вставляют. Работники в сапогах, в белых штанах, в белых футболках.
нежненько забивает плитку. И подходим к площади Сан-Марко. Не испортит эту площадь. Посмотрите, какой вид. Я хочу кататься по каналам, любоваться архитектурой. Здесь так легко дышится.